Привет, мои дорогие вязальщицы и гости моего канала. Сегодня я хочу с вами попробовать связать вот такой вот узор. Это его схема. Я распечатала. Вы можете сейчас поставить на паузу и сделать принтскрин для себя, либо связать с экрана, как вам удобно. Я для себя распечатываю, мне удобнее так. Как видите, здесь принцип вязания совершенно прост. У меня несколько идей с этим узором есть. О них я расскажу, конечно же, попозже, если смогу их воплотить в жизнь. Парочка точно есть, и вот их нужно будет как-то с вами воплощать в жизнь. Ну, для начала давайте мы его разберем. Узор очень прост, но в тот же момент очень красивый. Я буду вязать для примера весь вот этот, всю вот эту схемку. Это полностью от начала до конца. Но, в принципе, раппорт данного узора, сейчас я подвину свою и подготовлю, это вот. То есть вот эта вот центральная часть и по половиночке. Это является раппорт узора. То бишь, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать петель. Раппорт узора. То есть, с учетом вот этих 12 петель, вы уже рассчитываете по своему узору вязанию. Ну, мы пока вот так вот с вами можем сделать. И я на данный момент на схемке это 37 петель. Я уже их набрала, косичечку, как вязать петли воздушные. Для косички, смотрите, как красиво, мне так нравится, я обожаю косички вязаные. Жаль, что их носить никуда невозможно. И теперь поехали. Первый ряд, вот у нас он начинается, хотя здесь подсказка вот есть выше, как тоже. Первый ряд у нас одна петля воздушная и петля соединения. Раз, или столбик без накида. Дальше, три воздушные. Раз, два, три. И пропускаем мы с вами, смотрите, раз, два, в третью. Раз, два, в третью ввязываем мы с вами просто столбик соединения. Теперь у нас будет раз, два, в третью столбик с накидом. Раз, два, в третью ввязываем столбик с накидом, пока первый вяжите, чтобы раз, два, три. Первый ряд всегда он такой вот более требующий внимания, а дальше уже по узору будет проще. И теперь считаем, сколько всего столбика. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь нужно. У нас один есть, то есть и довязываем еще шесть с вами. Все шесть вывязываете в одну шпетлю. То есть все семь должно быть в одной петле, а вы их вяжете. Два. Три. Я люблю, честно сказать, первый ряд всегда провязать четыре столбиками без накида. Тогда оно как-то вот не деформирует схемку. 6. Ой, заболтала опять, как обычно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть и седьмой же. Но это должно быть 7. Мы с вами считали. Теперь через 2 фиксируем на столбик. Внимательно смотрите. Третью вводим. Столбик без накида. Как бы фиксируем. Видите, наш столбичек. Получается, видите? И теперь 3 воздушные набираем. Раз, два, три. Через 2 в третью. Через 2 петли в третью. Тоже, когда вяжете, смотрите, чтобы косичка ваша не перекрутилась, чтобы она ровненькая была. И еще раз. Раз, два, три. Раз, два, три. А теперь через 2, 7 столбиков с накидом. Раз, два и 7 вяжем столбиков с накидом.
время, особенно вот если у меня сейчас пушистая нитка, я еще крючок взяла чуть меньше, чем нужно. Не нашла второй. Решила этим. Вот так. Раз, два. И нам осталось с вами 3 воздушные и конец ряда. Раз, два, три. И в конец схемки нашей. Так, вот, смотрите, получилось в соответствии со схемкой. Смотрите, сейчас сложу рядышком. Раз, два, три. Раз, два, три. Все есть. Теперь мы переходим ко второму ряду. Читаем схемку с этой стороны. 3 воздушные. То есть вот был первый ряд сюда, назад идем вот так. Как правило, обычно все схемы идут вот туда-сюда, если вот такого плана схемки. Не круговые, конечно же. Есть, конечно, и по-другому схема, но зачастую. Так, я всегда набираю воздушные еще в конце ряда. Мне так удобнее. 2, 3. Куда-то где-то увидела, услышала. Теперь переворачиваю. Это 3 петли. Вот эти вот я набрала уже для второго ряда. С вами. И теперь эти 3 петли я в верхушке этого закрепляю. Можем петлю, но я не люблю, я всегда под низ просто ввязываю. И теперь у нас следующее, вот эти 7, где мы с вами связали, в каждый столбик с накидом, где их 7, помним, да? Раз, воздушное, то есть у вас должно быть такой расширяющий веер, столбик с накидом, воздушное. Вот так каждый веерочек, я думаю, сложного не сможете. Это столбик с накидом, воздушное. Столбик с накидом — это раз и два. Столбик с накидом, воздушное. Столбик с накидом, воздушное. Вернее, столбик с... воздушное, столбик с накидом. Должно быть 7, просчитываем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Обязательно просчитывайте, рекомендую, потому что потом могут быть ошибки, распускать не очень хочется, как обычно у нас. Теперь закрепляем этот веер наш и провязываем. Раз, два, три. Тоже их закрепляем в следующей арочке. И, ой, не надо ничего. Теперь мы опять же вяжем воздушное. Я думаю, сами справитесь. Ну вот, пошли, мы дошли до конца ряда. И смотрите, здесь вот такой вот длинный высокий столбик с накидом. То есть мы вяжем одну воздушную петлю, набираем, да? И ввязываем столбик накидом в закрепленную петлю. Сейчас. Оп, оп. И вывязываем, чтобы выровнять. Это нужно для выравнивания ряда, чтобы он был ровненький. Уже на шарочке. Следующий ряд тоже набираем 3 воздушные. Раз, два, три. Переворачиваем полотно. Третий ряд. И вот в эту воздушную одну, где у вас под низом была одна воздушная, вот нужно провязать 3 столбика с накидом. Раз, два, три. Теперь мы закрепляем в соответствии со схемкой столбиком без накида во вторую петлю. Пропускаем, то бишь, вот смотрите, один столбик с накидом, воздушный, один столбик с накидом, и вот в воздушную петлю мы должны закрепить. Пропустили воздушную, пропустили воздушную, закрепили. Вот. Дальше вяжем 3 воздушные. И закрепляем через центральный столбик. Пропустили столбик с накидом, воздушное, и в этот закрепляем столбик. Это будет центральный, четвертый, если я правильно ошибаюсь. Раз, два, три, четыре, четвертый столбик с накидом. И точно так же здесь пропустили воздушную, столбик с накидом, и в воздушную закрепили. Ой. И
и в воздушную закрепили. Следующий ряд нам нужно провязать в 3 вот воздушные, вот в эти 3 воздушные, вот они, 7 столбиков без 7 столбиков с накидом. Раз, два, три, 4. Да, этот узор, конечно, больше лучше использовать для узорно-нужной вязки. 5, 6, 7. Вот вам 7. И точно так же, как и в предыдущем, мы закрепляем здесь через 1, 2, 3 и в 4. И все повторяем. И еще раз повторяем все то же самое. То есть 1, 2, 3. Центральный столбик. Можете визуально смотреть. 1, 2, 3. И 7 столбиков с накидом. Вот уже что получается у нас. В принципе, получается, как бы узор повторяется с каждым 4-м рядом. То есть вот 4-й довязали и повторяли. Начинать его нужно повторение. Сейчас я вам расскажу еще раз. Давайте довяжем. Всего у вас узора 4 ряда. Но повторение надо начинать не как обычно с первого ряда, кто привык особенно в спицах вязать схемки, не с первого ряда, а с 4-го ряда. Узор, естественно, придуман не мной, а теми давным-давно. И если я не ошибаюсь, это, по-моему, китайский узор с китайских моделей. Даже схемки его. Что у меня очень много сохраненных в группе, я делюсь своей на Фейсбуке. Заходите, подписывайтесь, и там будете тоже видеть схемки брать. Если вам какие-то модельки нравятся, если непонятно что-то, спрашивайте. Может, вместе что-то с вами свяжем. И здесь то же самое. Последний вот этот 3 петли надо провязать 4 столбика без накида. Раз. Ой, с накидом. 4 столбика с накидом. Извиняюсь. 2, 3, 4. И еще один ряд, 4. Чтобы было закрепление. Раз, 2, 3. 4. И здесь мы уже с вами точно так же, как и вот в этом во втором ряду, раз делали, вяжем. Раз, в каждый столбик просто рассветвление делает воздушная петля. Закрепили. Раз, два, 3. Ой-ой-ой, не надо. Увлеклась. И тут то же самое, как и в начале было. 7 столбиков с воздушными петелечками. Вяжем сами. Сложного ничего нету. Ну что ж, я вижу, что мне уже нравится и что уже получается. Да, если вязать с теплых ниток, вот как акрил, то оно будет такой очень даже плотный свитерочек. Фокусировала, я вам показываю, очень прикольно смотрится. Мне нравится, честно сказать, играем с цветом. И еще раз возвращаюсь к нашей схемке. Смотрите, как бы идет, мы вяжем первые вот эти 2 ряда. Это как бы начало, но я же вам говорила, что я бы начала вязать не на цепочке, а на хотя бы парочке рядов. У меня в моей идее там будет парочка рядов. И вяжем первый ряд. Вот. Эти ряды будут потом уже дальше все время повторяться. Первый, второй, видите, по стрелочкам, третий, четвертый.
Они будут все время, эти ряды, повторяться. Узор классный, удачный. Если он вам понравился, если у вас какие-то есть идеи свои, что можно с него связать на лето, на зиму, на любое время года, пишите, делитесь. Буду очень благодарна почитать ваши комментарии. До новых встреч. Подписывайтесь на мой канал. Спасибо, что досмотрели меня до конца.